Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Всем привет! Хочу сегодня снять по очень многим просьбам видео про то, как я покупаю на AliExpress с помощью купонов и прочих-прочих с разных скидок. Это ничего сложного не занимает много времени. В принципе, с этим может справиться каждый. Просто нужно зарегистрироваться на AliExpress и начать у них вести постоянные покупки для того, чтобы стать членом клуба AliExpress. И ваш рейтинг в этом клубе поднимался выше. Чем выше поднимается ваш рейтинг, тем лучше для вас будет и качество доставки, и открытие-закрытие споров, решение вопросов в вашу сторону. То есть, девчоночки, все, что я могу сказать, нужно начать. Начать, потому что я тоже как-то бросила, потом решила, вспомнила, что где же мой любимый AliExpress. Но мои заслуги в прошлые года были учтены, то есть как бы мне было все хорошо. Значит, ничего сложного в этом нету. Тут опять, как обычно, мое звуковое сопровождение собак. Прошу прощения, ну ничего с этим я не могу сделать. Значит, смотрите, девчоночки, делаем так. Заходим сначала в VPN кэшбэк сервис, которым тоже зарегистрировано уже очень много лет. Вот. Но там AliExpress единственное, что они не дают, вернее, дают кэшбэк, смотря какой процент, да. Ну, например, наша нейл-индустрия, допустим, кэшбэк маленький во всех магазинах, там выше навряд ли что будет. Очень большой процент кэшбэка начисляется на всякие другие товары. Там, например, кожа. Допустим, дорогие сумки там тоже, недешевая обувь, какая-то оргтехника и прочее. Значит, смотрите, девчоночки, отступили лирически, проходим. Мобильные бонусы. Есть вот у нас такая первая вкладка на главной странице. Все категории, бренды, мобильные бонусы, халява, отчеты, народный выбор. Это все ерунда, конечно. Нам нужен в данный момент мобильный бонус. Приложение должно быть установлено либо на вашем планшете, либо на телефоне. Заходим. Мобильный бонус. Вот видите, у меня здесь вот пишется количество моих монеточек, которые у меня уже есть. Сколько могу я получить завтра, потому что сегодня я уже забрала свои 16 монеточек. Начинается все с одного и проходит до 16. Каждый день нарастает количество монет. Только единственное, что если вы, бывает, забывает, вот у меня тоже такое бывает, что я забываю зайти в мобильный бонус, все обнуляется и начинаем отсчет с единички. Ничего страшного, в принципе, нарастает за 5 дней, буквально там не сильно много вы теряете. Есть, смотрите, очень много разделов, задания дня, денежное дерево, амфорок, монет. Все это ерунда, все пробовала, ничего не получается, может просто я невезуча. Неважно. Мы сейчас рассмотрим совсем другой вопрос. Видите, написано «обмен на купоны». Нажимаем «Обмен на купоны». Сразу высвечивается наше количество монет. Обмен на купоны спец. Это спецкупоны Али. Скажу вам сразу, ерунда. Ими я не пользуюсь, потому что это для тех, которые заказывают очень много и большой суммой. То есть там определенные магазины, вот эти все спецкупоны AliExpress, там как бы небольшая цена за него, да. Сейчас к этому мы вернемся, я просто вам за это расскажу. И сколько раз я пробовала ради интереса, 20 монет это немного, это буквально один день. Значит, они меня отправляют только в определенный магазин и только на определенный товар. То есть, если вы много не берете, вам невыгодно. Если вы берете сразу несколько позиций, там в корзину бросаете там, до 10, например, товаров, и берете вот этот купончик, он сработает. Там надо брать определенное количество, на определенное количество суммы товара. Так, смотрите, вот я вам за что говорила. Клубные привилегии AliExpress. Если у меня сейчас платина, там еще идет бриллиантовая, самая последняя позиция в AliExpress. До нее еще немножко надо подрасти, но это не так уж и много и долго. Вот у меня есть спецкупон AliExpress на 12 долларов. Значит, девочки, 12 долларов, это уже, я же только что вам рассказала, это надо занести в корзину, сумму 12, на сумму, вернее, товара 12 долларов. У меня нет смысла, наша Nail 5 продукция, еще раз вам повторюсь, не так уж и много стоит здесь, поэтому, чтобы набрать 12 долларов, это надо брать мамонта. Мамонта мне не нужно брать, поэтому, девчоночки, я этим один раз попробовала попользоваться, ничего не получается, потому что у меня мало, я не набираю эту сумму.
Смотрим дальше. Обменять монеты на купоны придутся. Погнали. Здесь вот есть все категории. Но я все категории не беру, потому что есть специальные разделы. Одежда для женщин, одежда для мужчин, телефон, аксессуары, компьютеры, планшеты, электроника, бижутерия, часы. Поехали дальше. Для дома, сада, мебель, сумка, обувь, все для детей, спорт, развлечения, красота и здоровье. Это наша с вами категория, которая интересует нас наибыстрее. Идем. Спускаемся, да? Вот магазин написан, да? Магазин V5 Store. У них закончился товар, это не значит сам товар. Товаром они считают купон. Значит, купон на определенное количество, видимо, скидки доллара. На 2, наверное, я так думаю, потому что там идет 1, 2 и 6. Обычно, да? Бывает до 9 дотягивают, ну, это очень редко. Но один купон на 3 доллара, у них остался купон. Стоит он 50 монет. Вот, видите, вот раздел. 50, показываю пальчиком, 50 монет. И смотрим, что здесь за товары. Просто вы заходите в магазин. Но я вам сейчас покажу, потому что у меня есть в магазине. Я забиваю то, что мне хочется, или то, что мне необходимо. А потом еще этот магазин в этом разделе. Если его нет, то я жду, пока он появится. Значит, смотрите, у меня вот... Я сейчас вам найду магазин. Вот здесь вот Hitos. Кстати, Hitos Official Store я тоже взяла. Видите, у них был 1 доллар на 3 скидка. Я здесь взяла фрезочки, такие недорогие. Думаю, попробую, потому что я беру у нас на базаре, на Depolo контейнер. Там мне качество нравится. Но вот хочется попробовать, может быть, что-то другое. И там тоже есть выгодное приложение, есть не очень. Ну, есть что взять. Смотрим, U-Charm Store. Тоже здесь взяла. Сейчас попробую их качество доставки и долговременность, естественно. Смотрим дальше. Born Beauty, видите, да, это не Born Pretty, просто Born Beauty называется сам магазин. Они занимаются разной продукцией, продают. И Born Pretty тут есть, и никуда, и разные. Так, мейки нас не интересуют. Видите, вот это мейкап, Розалинд, Sun One. Но они такие интересные, очень такие купончики. Посмотрите, да. Доллар, доллар 0,1. Скидка. При этом при всем, что они занимаются в основном лампами. Интересно, за 1 цент какая же там лампа. В общем, тоже и развода много, и тоже надо искать. Короче, девчонки, сразу не кидаться, надо искать. Все, что я могу сказать, везде все нужно смотреть. Нады бывает, бывает не очень. Вот видите, Elite Tattoo Supply Store, тоже для тату все тоже. Ну, надо смотреть, девчоночки, тут надо заходить, искать. Ну, и часто я каждый день не захожу. Я выбрасываю себе в корзину все, что меня интересует. Я каждый день захожу и ищу магазин. Так, значит, мне интересует сейчас одно, потому что я там нашла у себя в корзинке то, что мне хотелось бы купить, один лак. Вот. Сейчас, секундочку, я его, если найду. Сейчас я вам покажу. Тут, ну, всякое. Вот видите, я вам вот специально, девочки, показываю. Тут всякое-всякое абсолютно есть. Давайте, наверное, я быстро найду, а потом к вам вернусь. Все, девчоночки, я вернулась, наконец-то я нашла и замучилась искать. Очень часто магазины выставляются сюда, да, обмен на монетки, на купончики. Не сюда выставляются, потом исчезают. Вот я сейчас очень долго искала куча магазинов, но не нашла то, что я хотела вам сначала показать. Но нашла другое, то, что я тоже в этом магазине один раз брала. Называется магазин Trendy Nail Art Store. Очень неплохо, очень хорошо. Мне нравится их доставка, смотря что, правда. Но, тем не менее, как все, месяц, может, чуть-чуть больше. Обычно они предлагают купон. Видите, вот пишется 97,6 положительных отзывов. Хотя магазин очень даже порядочный. Пишется 1 доллар для заказов от 3 долларов. И сколько осталось количество купонов, но все равно в одном магазине вы больше одного купона взять не можете. Нажимаем. Пишется обменять 50 монет на 1 доллар купонов от продавцов при заказе от 3. Да. Все. И сразу AliExpress выполняет вашу заявку. Вы выполнили задание, заработали монеты. Ну, это все ерунда. Мобильный бонус. Теперь смотрите. Заходим в корзину. Так, видите, я уже тут и в другом магазине пыталась. Ну, неважно. Вот мой магазин, да, Trendy Nail.
Выбираем, например, одно. Смотрим, у нас тут написано внизу 63,93 гривны на наши деньги. Да? Но это как бы не 3 доллара. То есть нам надо что-нибудь добрать. Вот, например, у меня есть вот эта соломка красного цвета. Я могу ее добрать, да? Вот я ее так и делаю. Я ее добираю. Вот, допустим, я ее добрала. Да? Вот, потому что очень интересный такой термолаки. Мне очень понравились. Мне интересно попробовать еще. У меня от Born Pretty. А это... Шугар, хочу попробовать. Кошки мне их нравятся. Сейчас, кстати, они у меня на руках. Наносятся великолепно, никуда не текут. Шикарные кошки. А я хочу попробовать их термолак. Вот сейчас мы посмотрим, у меня еще один есть. Я выбрала чуть-чуть другого эффекта. Здесь чуть-чуть крупнее блестки. Вот мы сейчас можем посмотреть его с вами, да? Вот я его выбрала, например, вот тут, видите, чуть-чуть крупнее блестки, и тут чуть-чуть другой оттенок, такой более боричковый. Наверное, все-таки я его возьму. Что-то я так сижу, думаю, наверное, я его возьму. Этот я потом возьму. Вот видите, он стоит $1.96. Смотрим сюда. 53 рубля. Нормальная цена для такого количества лака, и хочу вам сказать, для такого качества. Опять же, берем, значит, соломку. Ну, давайте, тут, видите, пишется доставка 0,58, но мне просто сейчас, если честно, лень что-нибудь искать. Вот возьмем, да, вот стоимость пишется, сразу увеличится, 94, примерно 94 гривны. Пишем купить. Так, и смотрим сюда, с правой стороны пишется. Все абсолютно, оформление заказа, как в любом интернет-магазине. Стоимость 2,89, доставка 0,58, купон продавца минус 1 доллар. То есть у нас сразу слетает 30 гривен практически, там 20 с копейками. То есть доллар слетел. Сейчас у меня сумма заказа составляет 67 рублей вместо 95. Очень удобно. Очень удобно, это даже не обсуждается. Оплатить. Смотрите, значит, принимается Alipay'ем, принимается заявка. Сразу зайдет связь с банком. Все. Тут у меня пишется, ваша заявка на платеж принята. Сейчас мне придет на e-mail. И вот, смотрите, с корзины эти товары уходят. Все. В корзине у меня их нет. Чтобы дважды не купить, как я умею. Вот так, девчоночки, вот такая вот у нас была, вот такое видео я сняла сейчас для вас. Ну, я потом сама без вас уже выйду, очень тяжело выходить потом с кэшбэка. Спасибо за внимание, мои хорошие, вот так вот такое информативное как бы видео, да, запросов много, и каждый по-разному объясняет, но тем не менее я попыталась вам немножко как бы поглубже сюда залезть, да, вот такую вот историю очень интересную, казалось бы, простую, но тем не менее... Интересно для всех и для очень многих. Новая даже будет такая вот штучка на Али. Ну, в общем, Алиэкспресс очень заботится сейчас о покупателях своих, даже самых мелких. Простите, я немного приболела, как всегда. После суточного дежурства, не страшно. Вот, то есть, как бы все посылочки, которые приходят к нам на почту, да, даже Укрпочта или там идет переадресация на новую, не имеет значения. По-любому все равно Алиэкспресс беспокоится, если не идет подтверждение заказа, получения заказа. То есть, как бы очень серьезно они взялись за этот рынок Китая. Да, это американская фирма, все мы прекрасно знаем, держит платформу AliExpress, но тем не менее, хочу вам сказать, очень надежно сейчас стало, то есть споры открываешь, сразу реакция буквально бывает в эти сутки, бывает в течение суток, то есть на следующий максимум, на следующие сутки максимум, это вот они сразу делают реакцию. Ну хорошо, мои хорошие, я закончила всю выкладку своей информации, что хотела вам рассказать, девчоночки. Ждем, у меня очень много посылочек, очень много, огромное количество, вот что-то они повалили, то сидели-сидели, они валили, тут вдруг повалили. Ждем распаковочку, выложу. Все, пока-пока.